3 января, я в какой-то подворотне. Когда заходил сюда, было страшно, но, слава богу, я уже из нее выхожу. Какой-то бар вообще непонятный. Смок, сау, лучшие кальяны города. Кальяны в гаражах тут какие-то вообще. Кто в теремочке живет? Кто в невысоком? Играем в GTA-шку онлайн. Ребят, скоро сделаем стримы всякие интересненькие. Напишите, вот как это сделать, там, на Твиче, или как лучше, удобнее вам. Вот, я просто вообще фишку в этом не рублю. Вот, будем базарить, там, донатик будет идти, там, на всякие проекты в дальнейшем. Вот, так что напишите в комментах, как сделать стрим. Только не пишите, что я тупой обрыган, просто я не знаю, как. Гуляем сейчас по Москве, вот, возле кинотеатра «Ленинград», его закрыли. Очень давно, ну так, где-то... 8 лет назад. Примерно, во. А здесь я на BMX всегда прыгал, но тут сейчас снег, вот, а так обычно я вот разгонялся оттуда, и тут лестница, я прыгал на BMX. И падал. Один раз упал вообще жестко. Тут мальчик лет 10 идет, парит, короче. Да, скорее всего. Слушай, парень, тебе сколько лет? Че ты паришь-то? Сколько? Тебе не стыдно? Нет. Это же вредно. Я тебе говорю, завязывай. Лучше спортом занимайся, это серьезно. У тебя канал на ютубе, да? Vape Nation. На провейп в бан. На всратый. Правда. Мы хотели пойти в кино на 3 богатыря. У нас была, дай карту. У нас была, короче, карта волшебная, которая 2 билета бесплатная. ФСБшная. Вот. Для Лексуса тонировала. Да. Вот. Но она закончилась, она была до 16-го года, но мы, короче, на ней сэкономили в итоге, в общем, на 10 тысяч рублей. Остановки поставили тут с Wi-Fi и с зарядками для телефонов. Сижу я такой, что-то сижу, уже так 3 дня сижу, думаю, что-то скучно. А тут хопа, точно, у меня же есть PlayStation, и надо взять подписочку, играть в GTA Online и делать вам стримчики. Еще капкейк подъехал, ни разу его не пробовал. Прикольная тема вообще, здоровская. Sony оборзели. Они, короче, толкают свои приставки, а они потом обновляются по 5 миллионов часов. Еще онлайн платный, вообще отлично. Приехали за шмотом всяким. А мне нужны ботинки. Извините, прикольные. Находимся мы в деревне Черной Грязи. Это аутлет-центр всяких магазов. Вот. Underground. Вспомнил своего однокурсника Митю. Во. В таз, короче, садишься в них и такой сразу модный. Я обожаю просто новый шмот. Я устал, заставляй себя вести поскромнее. Я устал от этого города. Ну этот город на моей спине. Что это? Приходите вы такие на парковку за тачкой. А ее закрыли, ну потому что у меня не было места. Я поставил ее на ночь вот в таком положении. И номеров ни у кого нет, некому позвонить. Ну, точнее, одному звонил, он не берет рубежник. А так бы меня этот Citroёn спас. Я бы выехал спокойненько. Так, ребята, это модно, стильно и молодежно, значит. Жигули. Мороз, минус 25 градусов. Чек энджин горит. Иллегали, фэнс. Как маршрутки в натуре. В курсе, что зеленый Соник 2 снимают? Да. Меня уже однокурсники предупредили. Я, блядь, жду этого кинофильма больше всего. Мумая кеда, это лакоста за 200 баксов. Мы на черной Ауди, с колумбийским насморком. Я это все не потому, что она...
Знаешь что? Мы можем, короче, в рыбный магазин и купить еще резинку. Какую? Резинку. Для чего резинку? Ваня убирает шапочку для себя. Примеряет тут. Она четкая. Ну ты, блядь, долбай в ней. Мы на этой дачке будем там уезжать отсюда нахуй. Это еще хуже, чем розовая. В общем, купили нужный шмот. Вон там хлама всего дофига. О, я такие перчатки нашел в H&M. Последняя пара за 350 рублей по скидону, а так стоили 900. Так, что мы еще купили? Еще купили вот эту шапку. Анбоксинг. О, под перчатки вообще тема. Запор, косарь стоило. А там, короче, сачок для рыбки, но это похер. Приходите, ребята, вы что, и будете вот такими же нервами. Стоит она до хера 6, что ли. Серьезно? За H&M 6? Да. 5. Бедные люди, к ним пристают всякие продавцы, говорят, давайте пойдемте то-то вам покажем. Ну как в Турции прям. Блин, а мы Жигу не можем найти, она потерялась куда-то, пропала. Вот, на улице минус 25. Все, мы нашли Жигули, короче, все в порядке. Это рэп Афган. Я уверен, это звезда. Я бы жёг мосты, если б знал, чего стоишь ты. Я хотел бы взять на убитые дороги моё домашнее задание. Ещё давным-давно я пообещал себе выпустить свой альбом. И вот уже второй, когда бы не смог записать и выпустить второй город дорог. Лиси продолжаю движение, и вам, конечно, виднее, кто как стрелит. Но я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Пойми, я очень дорожу тем, что имею. И эти парни тоже, небо нам поможет. Вряд ли мы когда-нибудь дойдем до цели. Но приятно ловить уважение в глазах прохожих. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тут пока. Но это будет чуть позже, а пока. Больше стафа, меньше табака. Ра-па-па-па-пам-па-па-пам. Наконец-то я дома, блин. Меня так уматывает этот шопинг. Я вообще ненавижу покупать новые вещи. Нет, мне нравится, когда у меня новый шмот появляется, но весь этот процесс покупок меня просто убивает. Мы ходили, блин, вроде в мало магазинов зашли, сразу все находилось, но я так устал. Москва. Замерзли колокола. Это была шутка, я не думаю, что колокола могут замерзнуть. Идем отмечать Рождество, короче, взял пиццу и суши с родителями, посидим, наконец-то, новогодний стол, точнее, рождественский стол будет, а то вчера мы особо Рождество и не отметили, вот, 7 января, кому-то скоро в школу, а кому-то не скоро, в универ, но зато у меня экзамен 19 и 23 января. Итак, ребят, всех с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством, со всеми остальными новогодними праздниками. Скоро старый Новый год. Спасибо, что посмотрели этот влог. Он был немного скучный, конечно, но следующий будет намного круче. Так что давайте лайков накидаем, чтобы следующий влог точно удался. Вот. Подписывайтесь на канал обязательно, не забывайте. И на Инстаграм. Все ссылки в описании. Вот. Пишите комментарии, делитесь с друзьями каналом. Всем спасибо и всем пока. Wir sind illegal.